Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Справжній баскетбольний вікенд пройшов в Одесі. На стадіоні «Динамо» зібралися десятки команд зі всієї України і виступали у баскетболі 3 на 3. І сьогодні в нашій студії головний тренер національної збірної України з баскетболу 3 на 3 Олег Юшкін. Вітаємо, Олег Олександрович. А також гравець команди збірної Одеси Олексій Щепкін. Вітаю, Олексію. Дуже приємно, що це був четвертий етап Суперліги з баскетболу 3 на 3, а також другий етап чемпіонату України. І вони вперше пройшли в цьому сезоні в Одесі під просто небо, під відкритим небом. І після довгої паузи, пов'язаної з карантином, ми розуміємо, що стан команд ще залишав дещо питання, але це справжнє свято, яке ми побачили. Які підсумки можна підвести цих змагань? Очень хорошо, что у нас получилось провести этот турнир под завершение первого учебно-тренировочного сбора для национальной сборной. Понятно, что после 4 месяцев вынужденного простоя мне как тренеру нужно было проверить физические кондиции ребят. И в основном эти 2 недели мы работали над тем, чтобы привести, скажем так, наше здоровье, наш организм в порядок. Об игровых связях, о каких-то игровых схемах речи быть не может, потому что в основном этот сбор посвятили этому. Ну, естественно, когда команды уже начали играть, то я могу отметить, что было много брака. Но, с другой стороны, это я как тренер могу отметить, а как зритель и как болельщик, влюбленный в эту игру, могу сказать, что и в субботу, и в воскресенье было огромное количество эмоций, бескомпромиссной борьбы, за что, в принципе, этот вид спорта и очень любять наші болельщики. Ми ще поговоримо саме про результати, але для початку дуже цікаво, Олексій, ваші враження як гравця, тому що дуже спекотно насправді було і в суботу, і особливо в неділю. І не дивлячись на це, дуже динамічний баскетбол демонстрували майже всі команди. Ми розуміємо, що баскетбол 3 на 3 відрізняється від класичного саме у швидкості, тому що іноді перехід із оборони в атаку може лише за 1 секунду сягати. Тобто йде викидання і одразу повертають вже під кошик. Які враження у вас від гри і наскільки очікували взагалі повернення на майданчик? Да, безусловно, всі дуже заждались якоїсь гри баскетболу після карантину. Хорошо, що хоч 3 на 3 змогли якось відновити, відновити. Безусловно, було дуже жарко, але ми 2 тижні якраз на базі «Динамо» готувалися. В основном сбор был направлен на, как уже сказал Олег Александрович, на восстановление каких-то физических кондиций. Все в разной физической форме находились. А как взагалі бы працювали під час самоизоляции? Дома, сам на сам, какие завдання отримали від тренерского штабу? Лично я? Ну, взагалі, от, якщо ви, можливо, спілкувалися з партнерами, які також працювали вдома, просто бігали чи займалися фізичною більш вправами, більш, можливо, вивчали якісь тактичні побудови і 3 на 3, і в класиці? Да, ми з ребятами в основному старалися сильно не кучкуватися, тобто где-то находили, где есть поменьше народу, чтобы можно было пробежаться хотя бы на свежем воздухе, как-то маломайски поддерживать физическую форму. Тем более сезон так очень резко как-то оборвался, никто этого не ожидал. Безусловно, так как в сезоне, понятно, не получилось бы поддерживать форму. То есть где-то собирались, может, там 3 на 3 подыгрывали, где-то 5 на 5. Где-то по пляжу просто бегали, поддерживали кондиции. Але ми все ж таки на позитиві більше, тому що, ну, буває все в нашому житті і не треба робити з карантину якусь, ну, це просто період, який варто було пережити і рухатись далі з командою, з партнерами, з глядачами також. Ми будемо сподіватися, скоро вони повернуться на наші змагання. Турніри, які були в суботу та в неділі, пройшли без глядачів та були усі протиепідеміологічні норми
Враховувались, які результати можна підвести? В суботу знаємо, що серед чоловіків промбудсфера у фіналі з конторою зустрічалась, у жінок одеська устриця на карантині, таке дивовижна неочікувана назва серед дівчат. Взагалі, які враження від чемпіонату України для початку? Для начала скажу, что так было спланировано, что те команды, которые принимают участие в субботнем ивенте, в субботних соревнованиях не могли принимать участие в воскресенье. И воскресные игры в основном были направлены на проверку сил сборных. И это было продолжение чемпионата Суперлиги, три тура которых прошли в течение сезона. И в октябре, и в ноябре, и в декабре мы успели сыграть три тура. А субботние соревнования – это уже такой летний чемпионат Украины. Почему такие названия? Это довольно-таки распространенно, довольно-таки обыденно, что ребята собираются, как себя назвали, так и побежали. Культура сейчас уже олимпийского вида спорта 3x3 идет от уличной культуры, от стритбола. Спорт очень динамично развивается. На сегодняшний день это считается, наверное, один из самых динамично развивающихся олимпийских видов спорта в мире, потому что тот прогресс, тот скачок, скажем так, в развитии, который был достигнут за последние буквально 5-7-10 лет, он феноменальный. Ну и варто відзначити результати збірних команд України на різних змаганнях, міжнародних чемпіонатах, кубках Європи та світу, на юнацьких молодіжних іграх наших команд 3x3, де, до речі, одеські баскетболісти також приймали участь. Взагалі в неділю був такий бенефіс збірних команд. Вони у Суперлізі були переможцями і фіналістами і серед чоловіків, і серед жінок. Ви, як головний тренер національної збірної України, які можете, так кажучи, вердикт виступу самих збірних винести, і як вони взагалі виглядали вчора, гравці збірних? Знаєте, після того, як в минулому сезоні наша сборная У-23 стала серебряными призерами чемпионата мира, мы немножко опасались, что вот это вот поколение ушло, и в эту, скажем так, возрастную категорию попадут, может быть, не настолько интересные, одаренные ребята, но тренер сборной У-23 собрал, на мой взгляд, очень хороших, интересных ребят, и мне, как тренеру, было очень приятно видеть, что и У-18, и У-23 – это отличные две команды на мой взгляд, с отличным будущим в баскетболе 3x3. Что касается национальной, они уже, конечно же, по шапке получили. Хотелось бы выиграть, хотелось бы занять первые места, но я хочу сказать, что тема интересен. Этот вид спорта, да, 3x3, что очень тяжело, если команды более-менее равные, до финальной сирены предсказать, кто выйдет победителем. На моей памяти есть турниры, когда, допустим, играем мы чемпионат мира, переезжаем на чемпионат Европы, спустя две недели серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира не выходят из группы, занимают там 18-20 место. Либо когда... Это больше сенсации. Да, отыграли турнир, отыграли в группах, начинается игра за выход в четверку, топ-8 команд, все команды, занявшие второе место в своих группах, обыгрывают команды, занявшие первые места в своих группах в стыковых матчах. То есть это не сенсационные какие-то результаты, для баскетбола 3x3 это довольно обыденное, нормальное явление. Но мы проверили, сборная была расширенным составом, мы посмотрели, кто в какой форме находится. Я уже так немножко спланировал дальнейшие сборы, потому что в отличие от игр 5x5, все молодежные турниры отменены были этим летом, все отборочные соревнования, а 3x3, вот мы уже имеем сроки, с 24 по 26 сентября в Бельгии будет финал чемпионата Европы, где в 12 лучших команд попала уже и женская, и мужская команда сборной Украины. Поэтому готовимся. Дякую. І, Олексій, вам також пощастило зустрітися з збірною командою України. В чвертьфіналі була дуже запекла боротьба і лише в овертаймі, на жаль, одеська команда не зуміла вийти далі. Але варто відзначити, що дуже високий рівень баскетболу демонстрували. І це насправді улюбленці одеських вболівальників, тому що і ви, Олексій, і Роман Новіков, і Денис Носков, і Ернест Ткачук – це взагалі гравці, які збирають повні трибуни в залах.
Чому не вийшло перемогти збірну? Які враження від головної команди країни? Да, безусловно, конечно, хотілося виграти, і я считаю, що должны были мы выигрывать. Возможно, где-то сыграла атакующую роль, что мы первые две игры, которые выходили из подгруппы, гораздо были проще. Где-то, может, мы не успели как-то сразу настроиться на борьбу, поэтому плюс, ну, немножко в разной еще форме находимся. И нужно, как и тренер говорил, вот насчет турниров, я считаю, очень важную роль играет именно командная химия, вот сыгранность. Если чем больше игр, тем больше начинаешь понимать друг друга с полуслова, меньше тратишь какой-то физической энергии, то есть тебе не нужно все время куда-то бегать, нужно чем меньше движений делаешь, меньше устаешь и как-то больше, с большей продуктивностью играешь. Вот, нам не хватало, я считаю, именно этого. Ну, дивлячись на спеку, дуже величезна кількість матчів була для команди. І у груповому етапі демонстрували дуже такий цікавий баскетбол. І в плей-офф розпочали добре, але, можливо, втомилися дещо. Ви кажете про різний стан фізичної форми у гравців. Як саме, якщо можете згадати, який рахунок був, як він розвивався під час матчу в чвертьфіналі? Які були результати в групі? В нашій групі? Ну так, перерахуйте, з ким зустрічалися просто. Тому що ми, така величезна кількість матчів була, що навіть коментатор важко згадати. Ми першу грали з нашої збірної U18. Це була, як можна так сказати, розмінка для нас. Тобто, в принципі, не хотіли, може, особо тратити сил, напрягатися. Ну, знали, що ми і так побідемо. В четвертьфинале попали на второй состав U23. В принципе, ребята неплохие, навязали такую интенсивную игру. В принципе, более контактная игра получилась, более жесткая. У нас было больше фолов, мы набрали, чем они. И получается, они чаще становились на линию штрафных, где-то нам получили, ну, где-то более легкие очки могли набрать. Чому так часто фолили? Ну, я скажу так, у нас тему судейства в баскетболе так комментировать нельзя, сильно затрагивать. Могу в общем сказать, что просто... Не про судейство, а взагалі ось. Іноді бувають такі ситуації, коли потрібно йти на фол. Очень интересно тренеру слушать, как игроки отмазываются после провальной игры. Продолжайте, я не хочу оправдываться ни в коем случае. Я могу сказать, что просто любая какая-то со стороны судьи, то есть может трактоваться одно и то же действие как немножко по-разному. То есть он видит со своего ракурса, ты играешь, плюс у тебя идет как-то накал страстей, ты уже подуставший и... Ну, зрозуміло, не будемо про судівство, краще про... Да, не будемо. Отвратительно сыграли. Отвратительно. В отличие от U23, которые играли командно, сбились в не знаю что там. Может быть, жара подействовала или еще что-то. На захист одеських гравців теж хочу сказати, що насправді після карантину важко. Важко насправді. І це було замітно. Ми замітили, що в деяких командах навіть і травми були дуже... А, у вас тут коаліція, ви вмісті вже отмазуєтесь. Ні, насправді дуже цікаво, Олексій, наскільки тільки допомагає цей баскетбол 3-3, потім виходити на паркет 5-5 та переносити ці більш такі швидкісні, можливо, напрацювання в класику? Дуже цікавий питання. Я би сказав, трудно їх як-то сочетати. Тобі все одно приходиться перестраюватися. Разна трактовка, опять же, судейства. Тобто, тут можна грати більш грубо, жорстко, в 5-5 так, ну, я б сказав, к сожалению, не дозволяють грати. Тобто, насчет динамики игры, просто отличаются тоже, опять же, правила. В 3-3 просто можно вывести, и нет такой подстраховки, как в 5-5. То есть здесь в основном все играют индивидуально, 1-1. В 5-5 же больше команда играют. То есть можно подчеркнуть для себя 5-5, это индивидуальные действия, опять же, обыгрыш 1-1. Зрозуміло. И теж питання тренеру, наскільки... В рамках підготовки команди ви можете задіяти цей стиль 3-3, щоб підготувати команду до сезону? Повністю соглашусь з Олексієм. От гра 3-3 в цей літній період, я от можу, якщо прослежувати гравців, які були в збірній,
За этот летний период игроки очень сильно прибавляют в индивидуальной игре в защите один на один и в нападении один на один. Что, допустим, в сезоне, когда идут командные тренировки, очень больше внимания уделяется именно командной защите и командному нападению. К сожалению, в сезоне, если мы говорим о команде Суперлиги, не удается уделить столь должного внимания вот этому компоненту. Игре один в один в защите и в нападении. Вот эти вот летние игры или игра именно в 3 на 3, на мой взгляд, очень полезно для игроков 5 на 5 именно в этом компоненте. Единственный, конечно, момент, что после этого, после лета, проведенного в баскетболе 3 на 3, им приходится, ну, кто по-разному перестраиваться, но до месяца приходится людей где-то так немножко перестраивать, немножко в другой баскетбол, потому что, ну, действительно, разница и в системе защиты, и в системе нападения очень существенная. Может быть, оно со стороны и незаметно, тоже кольцо на той же высоте, даже мяч другой, если начнем уже оправдывать. Це насправді таке переналаштування таке відбувається. А ось щодо планів, дуже цікаво, ще буде п'ятий етап саме в Суперлізі. І які будуть плани по чемпіонату України, коли буде фінальні етапи, як календар взагалі? Планується п'ятий тур провести чемпіонату Суперліги в Києві 9 числа. 29 августа фінал Суперліги баскетбола 3 на 3 планується провести в Одесі. Ми вже заранее приглашаємо, якщо можна буде проводити эти события при зрителях, то желающих и болельщиков. Если нет, то готовьте уже возле гаджетов, готовьтесь к телевизионной интернет-трансляции. А финал летнего чемпионата Украины планируется провести на День независимости 24 числа в Броварах. Угу. То есть будет очень насыщенный август. Буде дуже багато баскетболу 3 на 3. А щодо збірних команд, як вони зараз готуються, до яких етапів? І U18, ми знаємо, що наприкінці серпня повинні проводити матчі, але ми зараз ще очікуємо, можливо, по перельотам, по різним ситуаціям в різних країнах з COVID-19. Що наразі на цю хвилину? Да, сьогодні ми якраз спілкувалися з федерацією по поводу U18, количестве тестов, которых им нужно сдать, о временном отрезке, который им нужно находиться в стране организаторе этого чемпионата. Пока все непросто, скажу вам честно, для того, чтобы вывести сборную и соблюсти все эти правила и все формальности. Надеюсь, у нас и у федерации все это получится, U18 доберется до места назначения и очень удачно выступит. Что касается национальной, давайте поэтапно, U23, у них планируется чемпионат мира в октябре. То есть есть определенные зазоры, определенное время. А чемпионат Европы в этом году не проводится. Чемпионат мира среди национальных сборных, а будет финал чемпионата Европы 24-26 сентября в Бельгии. И вот этот вот сбор был первый. А что значит, до сбора на Олимпиаду, как будет складываться? Это все будет май-март. Угу. Даже май-июнь 2021 года. Угу. Отборочные игры, там уже составлен график. Ну, составлен, чи залишаются еще шансы? Вы знаете, команд? Система очень интересная, FIBA 3 на 3. В отборе должны участвовать 40 команд. 40 команд по рейтингу. Это берутся мужские и женские команды. Но эти 40 команд должны представлять 30 стран. То есть, несмотря на то, что сборная мужская и женская по баскетболу 3 на 3 входила в топ, на момент создания этих правил входила в топ-20 в мире, мы не попали в те 5-6 команд, 5-6 стран, которые могут быть представлены и мужской, и женской сборной на отбор на Олимпиаду. Поэтому девочки попали напрямую в отбор на Олимпийские игры, а мы, скажем так, стоим на листе ожидания. І є шанс попасть во второй відборочний турнір. Будемо також слідкувати, очікувати і бажаємо успіхів усім збірним командам України і взагалі усім українським командам, які приймають участь у різних етапах і чемпіонатах України, і Суперлізі. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні в нас гості головний тренер національної збірної України з баскетболу 3 на 3 Олег Юшкін. Дякую. А також гравець збірної команди Одеси з баскетболу 3 на 3 Олексій Щепкін.
Дякую, Олексію. Відзначимо також те, що ці змагання проводила Федерація баскетболу України. Змагання відбулися на дуже високому рівні. Будемо надалі слідкувати також. І це буде вже тема для окремої передачі про баскетбол 5 на 5. І що буде з БК Одеса, слідкуйте за нашим ефіром. Ви дивили студію «Репортер». Мене звуть Дмитро Богомолов. Залишайтесь з нами.